говоре о полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Александра Жук, Беларусь. Ее соперник Анастасия Тихомирова, Калининград. На ковре «Ц» полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, мастер спорта России, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва имени Иванова, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева. На ковре А победу держала Александра Жук, Беларусь. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Андраник Аветисян, Армения, Кеши Орша, Тыва. On left A, the weight category 65 kilos, are requested. Андраник Аветисян, Армения, Кеши Орша, Тыва. На ковре С соперник Жва Павлова Николай Захаров, кандидат мастера спорта, участник российских соревнований памяти Бориса Горбунова, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева. На ковре «Ц» победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. Лев, молодец!